вийшов із справжньої історії, то Дід Мороз – це щось таке казкове. І ми хочемо, мабуть, якось зробити так, щоб дітки почали вірити в щось справжнє. Святой Николай, он прекрасен. Но он, как мне кажется, с одной стороны, он и выигрывает очень много, потому что дети Святому Николаю рассказывают такие вещи, которые они родителям не рассказывают.